загружается Растик, загружается вчерашний сервер, на котором мы играли. Сейчас посмотрим, зарейдили нас, либо не зарейдили. И вообще, я играю сейчас один, но мы играли в дуо с парнем. Посмотрим, какие у меня шансы пойти поутать что-нибудь. Вчера мы просрали ревик, потому что хотели чувака убить, который нас там наказывал. Ну, ничего страшного, сейчас будем пробовать это отжимать. Будем все это пробовать отжимать. Так. Что у нас там? По загрузочке загружается еще. Так, ну что здесь у нас по расту? Висит у нас загрузка еще до сих пор. Почему-то. Че так долго-то? 21:06 времени по московскому, теперь у нас Беларусь. Если у нас немножко слышно детей, которые там кричат, прошу прощения, у меня в соседней комнате детки гуляются. Так что, ну, не обращайте внимания, как говорится. Окей. Так, ожидание отклика программы. Почему-то у меня чуть-чуть подвисла, у меня Rust. Почему-то он чуть подвис. Но ничего, сейчас мы попробуем дождаться, когда у нас уже зайдет в эту игру. Та-та-ра-та-та-та-та. Так, сейчас перезапущу немножко чат. Перезапущу чат. Давайте еще сюда. Блин, очень долго грузится почему-то. Почему очень долго грузится? Так, значит, открываем последнее сообщение. Все, это все закрываем. Блин, ну как бы есть вариант, ну сейчас еще минутку подождем, есть вариант как бы перезапустить игру. Ну сейчас еще немножко подождем, если она загрузится, значит нормально все. То, что есть у Rust такая проблемка, когда ты запускаешь игру, если ты там конкретно где-то свернулся, где-то музыку включить, либо в контакт залезть. Если у меня такая проблемка, что типа у меня спрашивает закрыть приложение, типа не отвечает. Либо подождать, пока ответит приложение. Бывает такая ситуация. Долго очень грузит, наверное, все-таки надо перезапустить, и все, это будет самый оптимальный вариант. А нет, смотрите. А, можем переконнектиться нажать, да? У нас, короче, можно было нажать переконнектиться. Короче, давайте переконнектимся, как говорится. Ретриконнект. Да, так правильно там, так было написано. Думаю, так. Так, пока она, конечно, коннектится, я хотел бы проверить, как слышно мне звук на ютубчике, но...
Я боюсь, что у меня выскочит такая же ерунда, как я была только что. Давайте мы по-быстрому проверим звук. Слышно мне звук на ютубчике, но... Я боюсь, что у меня выскочит такая же ерунда, как я была только что. Давайте мы по-быстрому проверим звук. Слышно мне звук на ютубчике, но... Вроде мне слышно, да? Вроде бы слышно. Вот у меня ребенок начинает плакать. Сейчас, ребята, я немножко отойду, мне надо отойти, что-то у меня ребенок вообще заходится. Не понимаю почему. Я сейчас буквально на минутку отойду.
Так. Кресло заебись. Вообще огонь. Мне тоже нравится. Малой плакал, поэтому мне, ну, как бы пришлось отойти. Жена ходила в магазин, а малой истерику устроил, что мама ушла. Ну что? Меня тут кто-то убил, это сейчас убили меня или раньше, не помню. Дом. Не зарядили нас? О, нас не зарядили, дядь. Мы живы и здоровы. Короче. Что у нас тут по металлу? Блин, такое чувство, что кто-то заходил. Потому что металла-то было больше. Да ну нафиг, я ставил плавиться кучу металла. Че за чушь мне говорить? Где металл? Что-то грязил кто-то или что, я не понимаю. Кто это тут рядом добывает что-то? Надо сделать йоку и пойти, короче, попробовать развалить, кто-то здесь добывает что-то интересное. Где йока? 30 металла надо. Самое интересное, что это походу возле нашего дома здесь добывают. Меня, кстати, очень слышно хорошо будет, если я буду выходить. Почему? Ну, не загрузилось. Капец, сколько дверей. Короче... Я сейчас буду выходить на свой страх и риск, потому что... Я никого не вижу. А где, интересно, здесь добывали дерево? Тенек сразу я забрел. Ну, примерно звук был где-то сюда. Привет, брат. Привет, братишка. Примерно звук где-то был отсюда. Новая игра? Да нет, старая. Давно забытая старая, Раст. О! У-у-у! У меня черкаш. Чё творится? Чё он делает, я не понимаю. Чё-то про... А, они... Они типа рейдят с йоки или что, я не понимаю. Спасибо, давно не заходил. Да, давно не заходил. Нормально всё, даже... Че он ломает, я не понимаю. Его типа закрыли там? Его закрыли в доме. Или он упал? Он, получается, мог туда упасть и шкаф ломает.
Тебя в милицию? Блин, ну что ты попадаешь-то? Один ломает кирками, второй его валит так. Блин, они поставили, короче, дверь. Они, короче, дверь поставили. Не успел убежать. Ну ты даешь, короче. Короче, где-то... Короче, я тоже решил бросать бухать. Ну его нафиг. Правильно дело. Ой-ой. Вот это я сейчас светанулся. А как это я через потолок-то почувствовал, ну, увидел, что нажимать-то? Там два чувака, походу, один еще. Вот скажи, мне у тебя самочувствие лучше стало? Ну да, ну как тебе сказать, когда с ребятами сидишь в компании, раньше сначала напрягало, а теперь как бы нормально. Раньше напрягала. Ай-яй. Как он попал, если уже упал, алё? Вот как ты, говно, попал в меня? Как это говно у меня попало? Я, короче, даю этот репорт. Потому что я не понимаю, как он меня попал. Это был лук? Вообще не понимаю. Так, во-первых, сразу в голову. Во-вторых, когда я бежал, падал, у меня уже в сраку, как я падал, попал еще, понимаешь? Урод. Короче, не рейдит какой-то домик там, ломает все. Как они попали внутрь, если... Хрен его знает, не попали внутрь. А, я появился, короче. У меня собака грызет. Иди в сраку. Боже мой. Вот это хорошо. Вот это, блин, мне везет. Вот это хорошо. Вульф меня угрыз. Ну, блин, я так дома не хочу резаться, потому что мне там ничего. Надо выходить, фармить куда-то, бежать, короче, где-то что-то резать какие-то искать. Но сейчас там, блин, соседи рейдят, и чувак какой-то, блин, читер с луком. То мне вообще, ну, нет смысла там появляться пока, наверное. Да сколько у вас тут животных? Медведь ко мне бежит! Алло! Алло! Пошел в сраку, толстый. А, залазь. Где ты? Как работа, брат? Да потихонечку. Каждый день до 6 трудимся. Где-то толстая Вася. Блин, что это, привидение за мной бежало или что? Вася. Или он побежал за этой, за косули? Не, с выходными, суббота-воскресенье выходные. Ну, знаешь, когда суббота-воскресенье выходные, то там много семейных дел как бы остается, надо решить. То туда-сюда, то сюда, иногда и не получается зайти на целый день. Ну, на стрим, например. Как бы не хотел. Как-то так на сегодняшний день, но я буду стараться, ребят, буду стараться. И реально, ну, говорю, мне это интересно, как бы, мне это, как бы, как правильно сказать, как выразиться. Мне это интересно, я хочу этим заниматься, и поэтому буду стараться больше появляться. Блин, вообще ничего не видно. Коптер стоит, без топлька, походу, да? Да, конечно. Где тут уже опять медведь?
Еще один коптер. Нормальный чувак, походу, здесь разжился. Хавчик. Ящичка нет никакого. Но нет и сюда нет. Че тут у нас? Машинка стоит. Возле машинки ничего. О, тихо. А, баночка какая-то. Бочечка. Блин, вот темнота, а? Нифига не видно. О, еще одна машинка. А есть тут, короче, типа этот. Так, в Брест не собираешься? В Брест? Брест, Брест, Брест. Нет, не собираюсь. А что мне там сделать? Что мне там сделать? Ну, как бы. Просто так приехать посмотреть город? Что там делать? Ты хочешь экскурсию провести? Как будешь мои книги? Мало ли. Блин, ну я даже не знаю по работе, например, если в Брест ехать. Ну, как бы... Попаду ли я туда вообще? Ну, мне пока, в принципе, Брест и не надо. Я там был, наверное, один раз. На этот... В музей этот ваш ездил. В этот музей там, где, короче, вход через такую звезду, да? Это у вас, да, вход через звезду такую, типа там всякие заброшенные здания, старые, типа такие, типа их и музеи там. Это ж у вас, правильно? Я не ошибаюсь с городом. Наверное, Брестская крепость. Наверное, это Брестская крепость. Галия. Модер, бра... А зачем модера? Мне особо пока модера не надо, если честно. Ну, как бы, мне нужен будет модер, если онлайн на канале поднимется, например, и буду там чушь нести хейтеры какие-то, да? Типа, ну, типа хейтеров, которые будут там оскорблять, да? Реально нужен какой-то модер. А так, что тут у меня? 2-3 человека сидит, какой модер? Ну да, значит, я у вас был. Был в Бресте уже. Разок. Наверное, один раз только в Бресте был. Бывают рейды. Какие рейды? Рейды, типа... Ребята заходят и тушат всех, да, тут? Типа горят, какое говно, да? На канал, в смысле, рейда? Или ты просто... Да, пускай заходят. Понимаешь, когда... Ну, когда у тебя... как тебе сказать? Если бы у меня как... Бля, медведь опять, наверное. Да, медведь. Короче, если бы у меня на канале там, ну, сидело достаточно ребят, и они там писались, общались, да, и залетали какие-то рейды, да, там, ну, как бы перебивая чат другим нормальным ребятам, тогда, да, модер, как бы, нужно, чтобы он позабанил всех, помог мне, короче, в этом. Вот, а так, если у меня тут 3 человека пишется, то смысл с модера? В будущем, может быть, как Варик, как бы, ну, я бы... Был бы признателен, если кто-то там помогал бы мне, да? Может быть, даже если бы у меня все получалось, там какое-то денежное вознаграждение даже было бы. Ну, что мы бы такое придумали. Вот, а так, ну, как бы. Пока что. Слушай, нету карточки или на другой комнате? Реально нету карточки. Ты недавно бегал. Кто-то недавно пробежался. Если что, я готов стать модером. Не, ну вот как бы, если смотреть правде в глаза, то, ну, я так понимаю, модер надо брать того человека, который, ну, как бы, реально постоянно на стримах. Ну, как бы, который заходит очень часто, допустим, почти каждый стрим заходит. Ну, потому что смысл брать, давать модерки тем людям, которые редко... Мужик, все, все, я понял, не стреляй. Сейчас начнет стрелять, говнюк. Короче, ну, который редко появляется. А, говно, отвали. Вот говно, хотел меня убить. О, вот, кого-то зарейдили. Чисто стенок нету. Дали. Я каждый стрим пусть захожу. Ну да, ты часто заходишь. Да пошел ты в сраку, бот. Это бот или... Хрена он лупит. У тебя перезарядка, когда мы сбывает, алё, дядь. Да еще попади возьми, после. Ты уже почти домой добежал, он по мне еще бьет, алё.
Так, что-то я хотел, кстати, сделать. Я хотел, наверное, чуть-чуть убавить чуть-чуть насыщенности, да? Да, я хотел убавить насыщенность. Ну, что-то типа такого. Все. Блин, короче, меня нормально так насывали. Я хотел по так, хотел вдоль дороги пробежаться, как бы может что найти там, но мне кажется, с такими успехами вообще хрен куда добегу. Давайте зарубим бандану и бинтов зарубим. Опа! Отменяем бандану. Хотя у меня нету дерева. Блин, ладно, побежали дальше. Хотел чувака убить. У меня нету дерева, чтобы скрафтить лук. Да, ребята, кстати, подписываемся на канал, не забываем. Залетаем на стримы, ставим колокольчик. Чем будет нас больше, тем будет интереснее нам. Так, вот это оденем. Че, по дороге вообще ничего нету? Вообще ничего нет. Вот, иногда раз такой оп, подфризил. Почему, не понимаю вообще. Раз и подфризил. Я так один раз и умер из-за этого фриза. Говнюки, блин, какие дома тут чуваки построили, я тут бегаю, бомж. А! Это что, был болт? Что? Жесть. Просто жесть. Что? Убили? Давайте резнемся чуть поближе, там зимний медведь завалил. Так, где-то меня здесь засывал медведь, да? Или волк меня засывал? Ну, надеюсь, его уже здесь не будет. Надеюсь на это. Ладно, вот побежим по дороге. В принципе, можно к нижней, по нижней пробежаться, почекать, что там есть. Вон дорога есть какая-то. Блин, нам надо лутать дорогу, потому что у нас ни ревика, ничего. Мы просрали вчера ревик. У нас домик, мы же пытались рейдить. Воевали. Мы просрали ревик. Но зато дом целый. Зато дом целый. Ребята решили, что с нас спасет. О, то что надо. Хотя бы 5 стрел. В принципе, даже если эти 5 стрел все попасть в чувака, то ему хватит. Я такой думаю, что тут все развились. Но вот ребята тоже с такими домиками начальными стоят. И все, и нормальные. И не жалуются, как говорится. Так, да, кстати, надо сделать бинтов. Как можно больше отхилиться. Вон чувак вот и бежит. Типа я его не видел. Пошел в сраку. Я в него не попал, не понимаю вообще.
Я попал в него. Его просто в голове дырка, нет? Его в голове дырка. Как он выжил? Смотри, дырка в башке просто. Как он выжил? Ну, давайте дома разберемся. Ну, дома... Ну, блин, тут все валится и валится дома. Что у нас тут надо делать? А, кстати, где сера вообще вся? Сера вот. Что нам надо? Нам надо сделать порох. Порох. Немножко похалось. Надо идти фармить, блин, но меня не выпустят здесь фармить. Все, в этом вся проблема. Надо уже камни подфармить, как бы дерево чуть подфармить. В этом-то вся проблема, что меня просто отсюда не выпустят. Айдар, привет! Айдар, привет! Как же сложно играть одному против там тех же самых, хотя бы вот в дуо ребята играют и... Блин, я не понимаю, конечно, как они стреляют, вообще не понимаю, как они стреляют, они попадают в меня, как хотят, но, короче, очень сложно. И так в дуо против них воевать сложно, и, блин, еще тем более они попадают, как хотят, ну, сами видели, что не потворилось. Такие попадания, да ну нафиг, кажется. Да нафиг эта маска нам надо. Шлак какой-то валяется. Нам можно, кстати, шприц изучить. А, нам надо поставить... кстати, да, надо изучить все это дело. Сколько? 75 металлолома, 200 металла. У нас нету 200 металла. Надо идти фармить металл. Идти фармить металл. В жопу это. Норма, что там? В смысле, что там? Ну, блин, что там? Читеры тут, блин, какие-то. Я вот к чувакам подбегал под дом, они просто... Халажу по крыше туда-сюда, в голову прилетает стрела. Бегу, так прыгаю, уже падаю, да, и прилетает вторая. Я уже вот упал за стенку, и мне прилетает в сраку еще одна стрела, хотя он стреляет вообще от хер откуда знает вообще. Хер его знает, короче. Бать, у меня тут дверей. Сам не выйдешь, если захочешь. Надо идти фармись. Это животное какое-то, да, топает? Надо вот это... Блин, какой-то сосед построился. Его не было вчера. Натыкал двери, да, вообще, я вот перед тем, как ушел спать, я... Блин, камня дофига. Вот так я думаю, что я спокойненько его не накормлю. Меня сейчас разобьют тут щи. Ребята, подписываемся на каналчик, не забываем. Ставим Лукаса, если вам не жалко. Мне будет очень приятно. Сколько онлайн людей? Ну, было 100 человек, походу, когда я заходил. В каждом доме почти люди живут. Ну так они вдвое играют. Блин, я вчера начинал с парнем, но он сегодня как бы всю ночь работает. Ну, до ночи работает. Поэтому, блин, чем мне одному? Что мне одному делать? Идти на другой сервак, что ли, играть? Нет. Сейчас похавать наберу. Давай, братиш. Я боюсь, я реально боюсь. Знаете, такое ощущение, что когда ты нафармил там 20 тысяч камней, да? И тебе просто под сраку прилетает не оттуда. Почему если вот когда ты вышел кепкой, тебя никто не убивает? А когда ты уже несешь камни целую кучу, тебя полюбаются убьют. Будто это такие щиты есть. Такое чувство, что реально есть щиты, которые показывают, что тебе в инвентаре.
Дарк, привет, как дела? Как день прошел? Привет, спасибо за дела. Нормальный день, прикольно прошел. Нормально вроде бы. Отработал сегодня до 6. Посмотрел бой Дацика против Тарасова. В принципе, весело. Много чего домашних дел сделал. Вот сейчас стримим. С ребятами общаемся. А себя как дела, Дарк? Давай камушек фармить большой и маленький. Но мне, конечно, больше надо металл. Дацик победил. Ну, как бы... Кажется, что да, но по-технически ты победил Тарасов. Ну, засудили, не засудили. Почему все... Ну, как бы, блин. Он сам виноват. Ну, ты видел, да, что происходило? Он 3 раза, короче, чуши наделал. Но если бы... Он этого не сделал, ну как бы думал бы своей холодной головой, да, не горячей, то было бы все нормально, может быть бы он и нормально, ну как бы в этом раунде втащил бы в Тарасова. Ну блин, ну если не терпится, он просто, мне кажется, устал и начал злиться, и все, вот началась такая чушь, короче, канитель. У меня норма, ноги болят после тренировки по футболу. Он футболом занимаешься, красавчик. Вообще люблю ребят, которые занимаются спортом. Я сам немножко раньше занимался, но потом... В сферу обстоятельств моего здоровья я перестал заниматься. У меня вообще были планы раньше. Я очень давно знал про ММА, да, про UFC. Были планы, ну, как бы попасть в ММА. Реально попасть в какой-нибудь младший состав, какой-нибудь. Заниматься профессионально этим делом. Блять, кто-то стукнул. А, вон чувак строится. Hello, hello, my friend. Hello. Goodbye, my friend. Ты русский, нет? Дружище. Так ты борцуха? Ну нет, я не борцуха, я занимался мой тайм. Сначала тайский, потом мой тай. Ты русский? Дружище, ты русский? Where from you? When? Ладно, не будем, короче, раздражать парня. Если он не хочет со мной общаться, то пускай не общается. А ты в раз давно играешь? Раз так. Не, ребят, не очень давно. Как бы я начинал играть в раз, поиграл, наверное, может, так плотненько, месяц, наверное, да? Потом как бы... Ну, мне чуть-чуть, я устал немножко и вот как бы вернулся опять поиграть. Ну, может быть, от силы я 2 месяца подряд еще даже не играю. Вообще, если плотненько-плотненько играть. А так, если там раз зашел в неделю, да, это я не считаю. Может, короче, грубо, ну, 1.5 месяца, если считать плотненько-плотненько. Вот. Блин, камня нафармила, а вот железа ни хрена нет. Кому это? Я бесстрашный, фармлю камень, мне пофиг. Слушайте, его... Что это за оружие? Я не разбираюсь по звуку. Я пойду по... О, железо. Блин, я хочу туда сбегать, но мне нечем. Был бы мне кому-то ревик, побежал бы. Я реально побежал бы. Да блин, добивайся ты и побежали домой быстрее. Блин, чувак, он 2-й этаж отстроил, и все, он спокойненько вышел, чекнул меня сверху. И все. Надо что-то тоже расширяться и сделать 2-й этаж. Че это, блядь, тут тучит кто-то. Для дверей, пока до дома дойдешь. Знаешь, что такое буферки? Да, знаю, что такое буферки. Ну, это обманчивые, типа, стенки снаружи. Когда будут рейдить, чтобы рейдили буферки, а не стены. Это я уже выучил. Я, конечно, многого не знаю, но это уже знаю.
Там надо стакнуть. Ребят, не забываем подписаться на канал, поставить колокольчик. Как говорится, вам не сложно, мне приятно. Так. Ну что, пойдем дальше фармить. Поставили плавиться металл, пускаем металл плавиться, и мы сделаем, короче, сделаем стол. И потом замесы. Может, это сделать эту фигню? Сделаем, короче, стол и будем изучим патрон. Скажи, пожалуйста, что ты знаешь, чтобы я понял уровень игры и чем я могу помочь? Не, ну как бы, блин, а как я тебе скажу, что я знаю? Ну, блин. Короче, не начальный уровень, может средний какой-нибудь. Я не топовый игрок, но средний какой-нибудь. Много, ну, как бы основное все знаю. По постройкам там всякие. Там, может, не, может, классные дома не умею строить еще. А так, в принципе, о, прикольно. Здесь сел. По постройкам там, как что строить, где-то там, ну, буферки, не буферки, знаю. Что их надо ставить. А как правильно и лучше сделать, может, не знаю. Так, что тут никого нет? Тут хочу сделать ловушку, контрапы поставить снизу. Пойду я, короче, подсосу. Я думаю, что я сейчас умру, но... Хочу посмотреть, что там происходит. Блин, мне надо сделать так его, второй этаж, чтобы у меня был выход на второй этаж. Потому что если нас подожмут, я все, с одним выходом, это фигово. Hi, man. Hello. I'm friendly, I'm friendly, don't shoot, please. Thank you, man, thank you. Короче, он тут чувака убил. Ну его залутал уже, наверное, или нет? Че тут у него? У него ничего нет. Don't shoot, please, don't shoot, please. Thank you, man. А как сказать, типа, я сосед? Мне вообще надо побежать куда-нибудь пофармить там железо. Ну там, блин, ребята, которые тоже стреляются. Так, вон чувак бежит. Я думаю, мне показалось, нет. О! Hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! Че они возле пещеры трутся? Hi, hi! I am friendly. I am friendly, guys. Okay? Don't shoot. Don't shoot, please. I am friendly. Так I'm friendly, я типа я друг. Ой. Танки, man, танки. Он сейчас спину убьет, да? Нет, нет, не убьет. Какие-то нормальные сильные ребята попадаются. Не бьют ничего. Ну, кстати, можно залутать что-то. О, топляк. Ладно, не будем с этой свечки доставать топляк, топляк. I'm friendly, скажи им. Скажи, I'm friendly. Так, меня Радмир зовут, а у тебя ссылка DS неверная. Да, как бы DS, она такая штука, что она, короче, ну... Через 2 недели, наверное, она как-то, ну, становится неактивная. Но я все равно сейчас не в Дискорде. Все, кто хочет, добавляйте к меня в друзья ВКонтакте, и я всех приму потом. Может, ну, можете мне писать, я отвечу. Если можно, можно вместе поиграть потом как-нибудь. Вот. Ребят, и не забываемся подписываться. Подписываемся и ставим Лукас под видео. Мне это очень поможет, а вам не сложно. Ну, don't shoot, please. Танки, мэн, танки. Я думаю, он не сильно расстроится, если у него камушек. Пофармлю чуть-чуть. Вот какие-то ребята попадаются, которым вот они видят, что кепка, да? Ну, попросил не убивать, и они убивают. А вот увидят с оружием кого-нибудь, пойдут, побоюют. Ну, вот такие ребята мне нравятся. А то некоторые бывают
чисто за кепкой, ну, за голым бегут полдороги уже по убийце, там, за 200 камня, например. Так фишка в том, ну, не в 200 камня, а в том, что, блин, тебе потом бежать полкарты опять обратно. Вот это вот обидно. Карту открыть? Ну на, пожалуйста. Хочешь меня за стрима палить? Вот здесь я по центру нахожусь, возле космо. Ткани пособираем. Я как бы сейчас скрафтил бы лук, но, наверное, не буду красить, потому что если уже увидят у меня лук за спиной, они будут меня поливать. Блин, ткани просто жопа. Просто жопой. Вон камни и вон, короче, дерево. Побежим наверх. О, дерево, короче, железо. Вон чувак какой-то бежит ко мне еще. Но он далеко, в принципе. Блин, ну вот опять фризанул, и все, и все. И, о, и вот что это происходит такое? Мне надо чуть-чуть качество графики увеличить, и что какие-то размытия деревьев сдали. Короче, сейчас будем делать топ-дом, и никто не пройдет. В смысле, ты прибежишь сейчас на этом серваке сюда? Бля, видите, фризит как? Не понимаю, из-за чего. Бля, может шмоток сделать? Чтоб меня так не ело. Он железо, блин, тут три дома. Раз, два дома. Нет, у меня брат ПК забрал, и на эти я помогу. А. В смысле, ты хочешь, чтобы я начал заново строить какой-то дом, или бы я этот доделал? Ой. Чувачок какой-то бегает. Тут дом, тут дом. Блин, сколько соседей. Вон, железо, пойду возьму. Надо сделать перчатки и ботинки. Они не так заметны, но и дают плюс какой-то. Где это? Штукенция. Надо сейчас чуть-чуть подлутать, и надо идти, короче, космо лутать. Ну, искать ревик, искать что-то, можно оружие какое-то. Потому что... Без оружия такое себе. Ладно, не буду этот камень добывать. Камень там вроде нормально. Вот железо надо было. Железо надо было. Этот фон цветочков меня сзади так раздражает, ребят, это капец. Скорее бы уже сделать оверлей, какой-нибудь придумать. Потому что этот фон это просто убивает. Вообще некрасиво получается. На камере. Че, кто-то бежит за мной? А, это, блин, животное, я думаю, что за топот. Так, сюда в этот дом бежал чувак. Давай мы немножко обойдем его. Вот ткань. Обойдем его чуть-чуть. Чем завесить? У меня как бы... В смысле, к плинтусу сверху что ли перекрутить? Не, надо сделать уже так, сделать нормально, а не, как бы не колхоз. Я считаю так.
Уже когда куплю оверлей, куплю вебку нормальную, тоже придется вырезать. Чем бы там интересно. Или вообще убрать, типа, либо что-то интересное поставить на фоне, типа. Картинку какую-то. Придумаем что-нибудь. Ну просто это съемная квартира, да, понимаешь. Если моя квартира, я боюсь здесь клеить, я не хочу просто так приклеивать. Лишние деньги вкидывать. Ай-яй-яй! No, don't shoot, please, guys! Да пошли вы нахуй, дебилы, попросил же не убивать, дайте пофармить. Блять, не просто я... Просто пиздец. Хромакей купи, просто убери фон, себя одного вставь. Да, я так и буду делать. Бля, верлей, хромакей. Это доделаешь, если хочешь, можешь, но главное, чтобы у тебя дом был равномерный, чтобы выступов нигде не было, чтобы стенок, где можно больше, где это меньше делаешь, ровно, так, ровный дом, и уже все застраиваешь, и проход. Делаешь сотка дверей, гантра поставишь. Ну да, прикольно. Только я один не потянул, наверное, все. Понимаете, вот, блядь. Я не мог запрыгнуть. Просто не мог запрыгнуть. Когда начинаешь волноваться, даже вообще ничего не получается. Не мог запрыгнуть. Уроды. Зря железо прыгнул только. Раз. Сейчас, пидоры, я тоже постреляю с вами. Это ревик по ним бьет, да? Да, я за девушку играю. Что, дипать хотят меня? Буду зипать или нет? Стоит под дверями. Привет! Привет! Хай. О, русский, блядь, наконец-то. Хай. Ты русский? Да. Where from you? Москва? Ребят, я выйду, не убивайся, блядь. Я один играю и так нафармить нихуя не могу. Окей? Ребят. Я выхожу. Это вы меня убили, да? Ребят. Я просто тут бегал, фармил это железо, и меня убили. Мой труп вообще голый. А вы забрали железо? Может, отдадите мне железо? Гайс, может их убить?
Поступить как падла, они вроде... Там у него что? Арбалет или что у него? А, у него берданка, походу. У него берданка. Моего друга дом 4 этажа был огромный, он соло смог выдержать его. Ел 50-ка от дерева. Он с берданочем, короче, поняли? 20к металла, не помню сколько МВК. Но у меня нету времени столько реально, чтобы одному играть и фармить это все, понимаешь? Поэтому... Блин, я сейчас могу попробовать убить его пойти. Вон он того чувака стреляет. У меня даже оружия нету, понимаешь? Смотри, вот как тут расстроиться, если... Я даже до дома дойти не могу. Интересно, это мои соседи или нет? Пойду поднимусь к кому-нибудь. Он меня... Блин, будет прикольно, если сейчас я его убью, короче. С одного выстрела с этого, с Йоки. Хай! А как он туда забрался? Короче, его кореш в доме, а я пойду попробую к нему забраться. Но меня, наверное, сейчас убьет сразу. Kill me? No kill me, please. Окей? Окей. Танки, ман. А вы мои соседи, да? Получается, вы тут живете рядом? Yes. Good. Блин, есть, короче, варик убить его, забрать Бердану. Ну, в упор я Сёки его, наверное, убью, но... Блин, короче, не факт, что я заберу, не факт, что я убью, и не факт, что я дойду до дома. Короче, ну и не факт, что они меня потом не спушат нахуй хуям. У Риана Бердана, да? Ну, вблизи он может увидеть у меня Йоку, короче, и убить меня. Давайте ее спрячем в рюкзак. Интересно, она будет висеть, если я... О, он потом это лупит. Просто снайпер залез наверх и лупит. Блин, дай бог, чтобы у меня Йока не висела сейчас. Чтобы он не заметил. У него еще какое-то оружие? А, там арбалет. Как он залез сюда? Тоже сюда хочу. Он, наверное, по этим камушкам и залез. Че, меня убить, что ли? А, вот он здесь залез, наверное. Ну, он сюда, наверное, долго залазил. А-а-а, не могу залезть. Ну, Йоко мог же заметить у меня. О, я залез. Огонь. Бля, что делать? Попробовать его убить или нет? Он спустился, короче. Он, короче, не будет рисковать. Блин, в упор просто в голову с Йоки. Я, блин... Просто если я сейчас попробую в него выстрелить и не убью, короче, то мне можно ливать отсюда. Чек, райт, чек, райт, клевер. Райт, yes. Там чувак сидел. Тогда я попробую его убить. Nice.
Как ему засадил между глаз? Это кто, кстати? Это, походу, это чувак, да? Он еще с Йока прибежал, понимаешь? Какой урод. А у меня две Йоки чисто. Просто две Йоки. Так, 4 патрона осталось. О, у меня 3 Йоки. Он где-то здесь живет рядом, да? Я так понял. Откуда-то отсюда прибежал. Кстати, вот с тремя йоками как бы вполне можно кого-то убить. Саныч Марченко, спасибо за подписку, братишка. Добро пожаловать на канал. Блин, хочу кого-нибудь убить такого, чтобы лутануть что-нибудь интересное. 675 металла. Пойду занесу кино плавиться. Пускай будет. Лишним не будет. Вот когда надо, вот, ну, когда не надо, на, пожалуйста, запрыгнул, короче, да? А когда вот надо, вообще очко какое-то. Пускай, короче, плавится еще. Это все лишнее. Это говно. Надо взять патрончиков еще. А, я не сделал больше патрончиков. Ладно. Ну, в принципе, у нас по одному заряжено и... Сейчас, секундочку. В принципе, у нас по одному заряжено и пока хватит. А чё там простоит? У нас и нету, разве чё кинусь? Вот, есть же сера. Пускай сера плавится. Вот МВК кинем, пускай плавится. Пускай работает. Хоть что-то плавится. По дверям и будут сойти. В принципе, сейчас тут дверь еще большие поставить. Короче, у меня по два заряда еще осталось, получается. Йоки заряжены по патрону, еще по патрону заряжено. Надо идти кого-то ушатать и бежать, короче, на этот, на... Блин, попробую слутать космо. Ой-ой-ой. Ой-ой. Он с арбалетом, да? Это типа хозяева этого дома? Не понимаю. Я могу, в принципе, попробовать их убить, но, блин, 56 хп. Очень мало, один раз попадет мне с арбалета просто, и все, это вилы. Я не знаю, кто-то, поэтому я убегаю. Там был чувак на тираде, а это я не знаю еще, кто такие. Вон они.
О, там медведь, в принципе, кого-то убил. Они бегут к моему дому. О, он по мне просто стреляет, но он гад. Видели? Но я с Йоки реально могу убить его в упор. Давайте попробуем. Интересно, получится у меня или нет? Если у меня фризанет, то мне точно не получится. Кстати, этот парниша с Бердана, я мог бы их вообще на изи постелить тут. Просто на изи мог постелить. Че, попробуем убить их? Руси, привет. Давай попробуем. Я попробую, короче, их убить. Умру, так умру. А где они делись? И чувак на копсере летает. У меня же от Старвинга хп отнимается. У меня в принципе три йоки, лучше бы я домой одну занес. Чтоб чем потом делать, металл тратить. У тебя что, 6 детей, 3 жены, минимальная сумма для заказа медиафайла 50 рублей. А, ну, да, стоит 50 рублей. Я как-то убирал, но потом поставил. Нет, у меня одна жена и один ребенок. Так. А где эти черти? Непонятно, короче. Непонятно. Надо бежать домой поесть. Эй, вертухай. Лети сюда. Короче, надо заново оформить металл. Поставить здесь лестницу к чертям, потому что блин, постоянно тут не напрыгаешь. Вот. В принципе, так получается прыгать. Я когда там на стрессе и убегал от кого-то, да, ночью. Боже, бах. Он взорвался? Это, походу, тот чувак взорвался. Давайте выложим один. Сидим мяско. Короче, пойдем фармить. Хочу сбегать там к этому чуваку, короче, который упал. А вдруг что приятное перепадет? Он походу хотел залететь. Что там в небе висит? Там читер или что? Что-то в небе там такое. Бля, петух, ты меня так испугал. Короче, это, надо хочу посмотреть, где он разбился. Кстати, по трупу повес, не повесь, ну, в небе.
А, все, ничего нет. Где огонь, где пожар, где разбился чувак? Она же должна примерно гореть там пару минут еще. Не знаю. Бля, если эти настроечки, если честно, вот где-то деревья у меня размытые. О, так-то поприятнее будет, правильно? О, намного поприятнее, я думаю, чем эти деревья размытые. А, вон он летает, короче. Я думал, он разбился, если честно. Дроп, короче, рядом падает вообще, алё. Мне бы как бы камень тоже не помешал бы, но я буду шуметь, меня убьют. Вот и вся эта теорема. Буду шуметь, меня убьют. Блин, домик такой лежит. Свободники. По дверькам зашли, чувака зарезали. Но мне туда, наверное, вообще нет смысла сунуться, да, без ничего. О, ну чувак на вертике. Чё? В воздухе повис этот дроп. Да мне, наверное, вообще там ничего не перепадет. Он же залутал его. Он сел, походу, прямо на дроп и залутал. Он остановился. Он, короче, где-то остановился. И вот, он начинается... А! Нормально. Нормально. Зашот в отшот какой-то. Ну, короче, ну, пока ночью вообще нет смысла куда-то сунуться. Сиди дома, Андрей, как говорится. И все. Так, что там по столу? 200 металла, 75 металлолома. 200 металла у нас есть, металлолом есть. Первый верстак есть. Сейчас можно было бы изучить все изи ревики, изи патрон можно было бы изучить. Ну патрон-то мы изучим сейчас, а вот ревик... Патрон 75, это 150, и 150 плюс 75, ну по-любому еще хватает. Патрон патрон вот этот
вот эту штуку изучим, наверное, сприц. Можно, в принципе, крутануть с верстак, а вдруг ревик выпадет. Как говорится, а вдруг... Вдруг повезет. Да боже мой. Порох. Так, я здесь. Скорее бы уже посветало, и побежим, как бы, блин, фармить. Мне жалко киянку. Как бы это ни звучало, но мне жалко киянку. Чё за хер? А, чё я хотел? Я порох поставил на крафт или нет? Сера. В смысле сера, бля? А, я сделал уже, все понял. Я понял вас, мадам. Я все понял. Все, ждем, короче, пока посветает, и пойдем. Пойдем гулять. Пам-пам-пам-пам. Как все подглючивать чуть-чуть, я не понимаю почему. Я не понимаю почему.
Скоро там у нас все. Это дело уже. Еще темно. Еще темно. Так, что-то какая-то по серии кадров у меня, да? Есть такое, ребят? Что-то есть такое, да, мне кажется? Какая-то небольшая по серии кадров пошла. О, все, походу сейчас все нормально. Походу сейчас все за... нормально. Блин, еще темно. Еще темно. Что нам надо сделать? Да, нам надо сделать шмотки. Нам надо сделать шмотки. Значит, что нам будем делать? Мы будем делать бандану. Синюю, наверное, да? Синюю бандану. А потом у нас есть кожа чуть-чуть. Мы на коже можем сделать панчо и ботинки. Александр Кардемон, сколько играть будешь? Не знаю, ты что-то хотел предложить? Панчо и ботинки. Бандана у нас есть, панчо, ботинки есть, курточку можно замутить. Значит, надо штаны мутить и это мутить. И перчатки, да? Осталось, получается. И все, в принципе. И можно двигаться. Заходи. Сервак знаешь, если не знаешь, вот. Заходи, побегаем. Ну, я только на этом сервере буду бегать, наверное, но... Если ты имеешь в виду, то вместе со мной побегать, пожалуйста, залетай. Только надо как-то ТС-ку, либо, бля, там, Дискорд, ну, сконтачиться. Так, ну что, метальчик у нас уже подгребло чуть-чуть, как раз так как у нас шмоточки скоро подгребут, и у нас на улице пока темно, да? О, уже, в принципе, походу светает чуть-чуть на улице. Давай, давай. Давай, давай, Санек. Давай, давай, то-то-то-то. Давай, давай. Так, панчо есть. Сейчас побежим, короче, туда. Надо сделать, наверное, немножко патронов хотя бы. Хотя бы, потому что мало ли там кто будет. Блин, может две йоки взять. Кстати, топорик надо изучить. Вот, кстати, топорик, да. Топорик — это такое дело, что его надо изучать. И кирку надо изучать. Вот кирочка где-то была. Не жаль, кирочку просрали? Да, походу, мне вчера убили с кирочкой. Вот это обидно. Что-то топорик я изучать не буду, потому что он вообще накладный. Накладный как жопа, короче. Надо попить водички сейчас. Завалить, короче. О, кстати, можно было замутить. Кстати, ботинки другие чуть-чуть.
Фига я патронов, короче, забатал. Слушай, можно было это... 17 развязаться. Ну, в принципе, вокруг космоса бегать можно. Да мне дерево надо, да? Я смотрю-то. Чё там на этот топор надо вообще? Дерево, металл 75. И первый верстак, понял. Короче, я нормально так три топора сразу вальнул, пускай будет. Пускай будет три топора. Так, ну все, в принципе, надо выключать свой свет здесь. Наверное, там уже посветало уже давно. Выключаем здесь свет. Закинем здесь еще один хавчик чуть-чуть. Возьмем винтов чуть-чуть, наверное, да? Сделаем чуть-чуть себе винтиков. Ну, в принципе, можно валить, почему нет? Почему нет? Сколько у меня на крафте три топора стоит? Ладно, давайте докрафтиться, я два оставлю и пойдем. Два топорика оставлю и пойдем. Пойдем на космо. Я понимаю, что сейчас светло и все дела, но пофиг. Надо же нам как-то это лутаться. Все, бинтики пускай крафтятся. Мы погнали. Метанемся, кстати. Чтоб 100 хп полная была. Сейчас буду ржаться, если меня сейчас примут прямо на выходе здесь дома. Понимаете, опять туда падает дроп. Вот как бы ни крути, он опять туда падает. Возьмем ткани с собой. Побежали. Вперед на космо! Восемь патронов у нас, в принципе, есть. Если что, будем прятаться за камни и давать задачи за камней. Надо будет в упор подпускать противника, потому что сдали я вообще нифига мы не сделаем. А мы бежим, 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 бежим. Ткани уже насобрали, набрали сколько жесть по дороге. Да, ткани тут хоть нет, блин. Вот попой жуй. Есть полно. О, смотрите. Пять ткань. О, из МВК стенка. Два домика, кстати, вон. Походу, тут в МВК шкаф стоит. Там типа лутовая у него. Я хочу залутать 4 ящика, которые стоят снизу, но блин. Я рискую как бы прыгнуть и... Не знаю, блин, вот что за фрезы? И вот все, у меня повисло все. О, ну и все. Короче, я рискую прыгнуть и... Там могут быть закрыты эти рычаги. И короче, двери будут закрыты. Там пока не прыгнешь, не увидишь. Блин, ну да ладно. Может, сначала пойду там полутаю, а потом по ходу назад рычаги попробую утонуть. Но я не думаю, что там никого сейчас не будет. Это просто будет шок, если никого там не будет.
При свете дня, чтобы никого здесь не было, да, но это шутки просто. Так, так что надо брать веку в руки, потому что всем срать. С оружием ты без оружия, если ты прибежал на РТ, значит ты пришел лутать. Если ты пришел лутать, значит ты хочешь забрать чей-то лут. Так, ящик там лежит. Вот ящик надо сразу забирать. Блин, танк сюда ездит. Что сделаем? Пока, наверное, спрятаться надо. Он реально сюда ездит. Давайте пока спрячемся. Где мы здесь в доме? Но только не хочу, чтобы он начал стрелять по мне через дом. Любит он этим делом заниматься. Спалит меня просто как говняшку. Так, тут все открыто. Тут уже пытали лутать. Пытались, наверное, все лутать. Если не залутали. Я надеюсь, что я быстро не умру. Я хотя бы что-то толковое одно найду, побегу отсюда. Ну, надеюсь на это. Ну, как говорится, надежда умирает последней, так что... Будем надеяться. Да залазь ты, блин, дядя. Оп! Не долетел. Просто... Я сейчас шумлю, как кабан. Да. А получше ничего не было. Получше ничего не было. Ладно, сейчас чекнем здесь первый этаж, пойдем наверх. Конечно, надо по-правильному-то идти нормально лутать. Это космос с карточками. Это все, что я лутаю, здесь понты. Нету ящика, алё. Прикольно. Такое чувство, что вот прям сейчас кто-то прошелся. Прям вот перед носом моим. Кто-то идет и все, перед носом все собирает. Почему тот ящик не залутал? Ничего не знал про него или что? Там я реально про него не знал. Блин, еще кабан при входе. Ну что, прикалываетесь? Тебя, блин, только здесь не хватало. Как тут слезть? Чтоб не покозаться. Нормально слезть, не покозался. Я просто... Блин, еще застопался. Зядя на пролом называется. С йокой лутаю, с йокой, к чертовой йокой. Кому расскажешь, не поверят. Сейчас какие-нибудь типы еще вылезут с калашами, блин. Но лутает мне. Тут ни хрена нету. Тут уже все забрали. Ой. Зять, я нечаянно, если честно, не хотел топать. Я не хотел спалить твое местоположение. Ну так получается. От неопытности. Давайте пока перебинтуемся. Мне показалось, или был какой-то топот и... Очень неприятный мне звук. Давайте в трубу пока спрячемся. Интересно, 4 хп решат или нет? Ху, это кабан. Но он бежит. Почему он бежит? Он должен ходить, а не бегать. Бежит он, потому что он кого-то заметил. Так,
Хоть один ящик, Олег, где вообще все ящики? О, только не такой, конечно, я хотел бы зеленый, но ладно, давайте такой ревик, пожалуйста. Хрен тебе, Андрюша. Хрен тебе, не ревик, дядя. Блин, вот бы выучить все места, где ящики спавнятся, чтобы уже по 3000 раз не лазить по ненужным местам. Было бы идеально. Так, мы еще до конца второй этаж не долутали. Так что можно здесь еще побегать. Ага, это спуск на низ. Нам не надо на низ, мы туда только пришли. Че ж вы все на низ меня отправляете? О! То вы прикалываетесь, где лут нормально? Опа! Кто-то ест. Кто-то здесь кушает. Только я не понял, в какое он здание стрелял. Не понял, в какое здание он стрелял. В каком здании, чувак? Теперь мне надо шестить полностью. Мне нельзя ошибиться, нельзя топнуть. Потому что он будет слышать, что я здесь. Ну не по мне стрелял, правильно? А я в эту комнату заходил или я сюда пришел? Сюда, походу, пришел. Ты что, выход? Так, это еще первый этаж или что, я не понял? Что за выход? Это выход на крышу. Ладно, пойду на самую крышу, наверное, посмотрю, что там творится. Представляете, если с Йоки кого-то ушатаю? Это же будет... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Топнул. Это же будет шедеврально. Если я ушатаю кого-то с Йоки. Так, тут и ящик утал. А где лестница наверх? Это на низ. А нам надо наверх. Вот она, лестница наверх. В принципе, можно, кстати, еще где-нибудь засесть. Тут он прибас, если в этом здании будет, он будет тоже подниматься наверх. Можно где-нибудь засесть. Именно вот где возле лестницы какой-нибудь. Только на той лестнице, где конкретно надо подниматься. Вот на третьей, на крышу надо подниматься, там только одна лестница везет. Либо по улице. Ну вот. Чтоб он через трубу ко мне не поднялся. Че, больше ящиков нет? Алло. Может, вы поспавнитесь хоть чуть-чуть? Блин, с крыши потом сложно это спускаться. Тут как бы создание выбежало, все, а с крыши потом спускаться, блин, кипишно. Ползи по этой трубе. Ладно, блин. Еще топать себе не хватало. Ладно, пойдем сюда, наверх. О, тут еще этаж. Это просто такой... пристройка выхода. Там все, там выход, походу, на крышу. А это с другой стороны, походу, выход на крышу, такой же самый. Ладненько, погнали. Хочу, чтобы вот я такой ползу, и чувак ко мне спиной стоит там с калашом. О, было песня, я вам клянусь. Ему в голову с Йоки как дал бы. Жалко, Йока не прицеливается на правую кнопку мыши. Что-то... какая-то дискриминация.
Супер-пупер ультрабан. За что? За что, братишка? Я кричусь, как курабан. Никого не вижу, короче, никто не бегает. Ну, прибас, он уже стрелял в каком-то... Вот твой чувак. Видели, видели, видели? Чувак, да? Был бы оружие получше, я бы ему насувал. Тихо, 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 тихо. Я хочу, чтобы он сюда залез. Тихо, тихо, тихо. Как относишься к тому, что сгорел Нотр-Дам? Я его, честно, не волоку. Наверное, печально. Печально, конечно. Все, что, короче, сгорело, все, что разрушило, все, что разрушили, конечно, печально. А так я даже не волоку. Блин, где он тут бегал? Он прям подо мной бегал, да? Я могу попробовать спуститься на этой лестнице к нему. Короче, он ушатал кого-то, да? Его ушатали, походу, ребят. Нет. Что не надо? Вон чувак бегает, алё. Он его заеб... А! Он меня заметил, алё. Там ещё один. Вот там не один, там двое. Полло. Ты че курил, Арути? Ты видел, как он мне дал, да? Как он меня засадил чётенько. Вроде ты обкурился, походу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Тебя, блядь, мне не хватало. Я его убил. Я просто убил его, просто убил. Всех еще есть. Я солтаю, подожди, второй чувак прибежать может. Блядь, ты видишь, что творит пулемет? Ты видишь, что творит пулемет?
как его залутаюсь, если там, блядь, что творится? Танк, уеби, пожалуйста, оттуда. Берешь труп, тащишь. Там лук был или арбалет, у него не помню. Лук, походу. Опасно. Какая винтовка? Там раз винтовка была, там был лук. Да как он? Нет, там лук, лук, братишка. Танк мне задолбал этот. Да нет, ничего страшного. Ты понимаешь, что он творит, пидорас? Он еще и попадает, блядь. Урод. Ху. Как только началась война, все начали стрелять. Все, кто, короче, прятался здесь, начали воевать. Короче, у меня толком ничего не было, кроме шмоток. А, плюс бан, ты сказал пирожок, но не пирожок. Какой пирожок? Я ничего не говорил. Ты это, ты... Это клевета. Али Йока тащит с одного патрона плюх и все. Упор. Поэтому вот если зайти с Йокой в упор кому-нибудь, это вообще топ. Ребята, подписываемся на каналчик, ставим лукосы под видео. Буду вам это, благодарен очень. Когда ребятки подписываются, настроение лучше, игра, конечно, приятнее. Блин. Где тут кто? А я, кстати, ник не чекнул, кого я убил. Ну бы чекнуть было ник. Может, сосед какой-нибудь. Я из этого дома, походу, не выйду. Меня отсюда не выпустят живым. Как отсюда свалить потом? Надо до темноты подождать, потом свалить. Я хотел еще 4 ящика хотел утонуть. А, под ракеты, которая. Педагог. Руси, ты точно чего-то курнул? 100%. Признайся, курнул. А чувак хотел меня обойти, блин, говнюк. Пошел меня обходить с другой стороны. О, Сашка в раз заходит.
Че, появился этот ящик, нет? Да какого фига, мог уже появиться за столько времени. Блин, топнул опять. Буду выбегать по улице, а что делать остается? Это не по мне. Это, черт возьми, не по мне. Так, в ту сторону мне вообще не варик выходить. На варик обратно выходить, в ту сторону, в сторону ракет. Блин, ну и на второй этаж не хочу подниматься. Чё, по мне? Чё, реально? Как это через стену по мне? Блин, тут танк как раз стоит, а я сюда иду. Как говорится, масло в огонь подлить. Ну чё, дурак? Успокойся, танк. Все хорошо. Живы твои танкисты, здорово. Че, утонем тут? Появился, что не появился? Там по мне валит через дом, я отвечаю, я вот это прям клянусь, чувствую. Срака, что он пытается по мне шить. Я вам вообще не нравлюсь, короче. Или не по мне. И немножко, а потом. Я вообще ему не нравлюсь. Блин, неужели не по мне? Неужели тут такой же, как и я? Ползун есть. Где-то с краю стоит. И чекает. Я как бы не удивлюсь, Тараст. Ну блин, о, пулемет. Значит, кого-то заметил. Он обычно просто чпокает, когда ракетами, если просто через стену визит. Так он, ты понимаешь, так он сейчас тут стоит и не уедет, говнюк. А мне-то убежать надо. Я так же как-то отсюда. Что, дурак? Совсем дурак? Успокойте его, пожалуйста. Сколько у него патронов там? Чтоб он себя взорвал, был бы... В твоей ситуации я бы включил гимн СССР и бежал бы в раж. В раж на танк, да? Бля, что делать? В принципе, мне еще нечего так сильно много еще терять, я много не потеряю. Ну, как-то умирать все равно не хочется. Хочу до ракеты добежать. Ты понимаешь, он за мной ездит, урод. Куда-то, да, куда я, туда и он, на. Вот реально сюда ездит, да? Ну он сюда ездит реально, он чё, дебил, офигел? Я ему чё сделал-то вообще? Придурок. Как ваты 5, люди там не боятся танков, они на него бегут и подрываются, вообще пох. Подрывается, что он с одной тычки убивает. Сколько лизи, Макс? Блин, я не помню. А, сейчас скажу. 150, сейчас 140 человек. Я не знаю, зайдешь, не зайдешь. Сто пятьдесят максимум. Ну ладно, давайте посмотрим, может, ящик какой-нибудь появился. Ладно, я попробую сейчас выбежать. Они медленно неповоротные. Ну, наверное, это не про этот танк, который тут играет. Он нифига не такой. Он нормально поворачивается и нормально стреляет.
Точно не про него, не про него. А, в команде Макс 2, да, Макс 2, Саня. Ну, там пофиг, я с чуваком играл, потом Виталик, в принципе, у нас в доме. Был потом, не знаю, пофиг. Понимаешь, если бы я знал, Саня, что там ты, например, будешь играть там постоянно со мной, да, там, ну, как бы, каждый день я буду переиграть в раз, то мы бы пошли какой-нибудь сервак там на X5, ну, на Max5, например, или... Ну, давай, заходи. Мы бы пошли на какой-нибудь сервачок и катали бы так аккуратненько, потихонечку, каждый день. А так, ну, вас не поймешь, что вы то играете, то потом я бегаю один, короче. И меня ебут командами. То есть, либо Дискорд. Наверное, залетай в Дискорд, у тебя мой канал есть, там, где я постоянно сидел. Или залетай в Дискорд, блин, к Виталику, там, где вы играли раньше. Я туда потом подскочу, как только здесь это завершу свой побег отсюда. Ладно, танка я не слышу, чуваков я не боюсь. В принципе, можно пробовать сорвать когти! Вперед! Только без гимна СССР. Хотя бы в этот дом перебежать. И хочу тут утонуть, может тут что появилось. Эй, не, братиш! За мной дверь закрыть, а не это. Но не передо мной. Так, что там, ящик справа появился или нет, еще раз? Давайте посмотрим. Ха, справа ящик появился. Сейчас мы его оформим по-бырому и побежим на 4 ящика. Блин, ну тут народа, конечно, была вообще гроза. Видеокамеру сюда с собой беру. Видеокамеру. Ладно, побежали. Короче, побежали на этот, на 4 ящика, на ракету сбегаем. Там уже будем смотреть. Там уже надо домой как-то двигать. Слушай, а где я живу вообще? Где-то здесь, на К-12. О, мы убежали, ребята, за это, кто на ютубчике сидит, за это, блин. Конечно, мало лута, вообще почти ничего не унесли, но мы выжили. За это можно лайкос поставить, ребят, просто лайкосик. И не забываем подписываться на каналчик, ребят, не забываем. Не знаю, сколько мне радиации позволено. Ладно, тихо. Тут надо аккуратненько. А, тут ящик стоит, значит, тут вообще никто не лутался, наверное. Перчатки, наверное, выкину, блин, то что все это говно занимает столько места. Дай боже, чтобы это было 4 зеленых ящика, а не 4 обычных. И чтобы двери были открытые, блин, будет топово. Отсюда дверей не видно? Открыты? Я не вижу отсюда дверей. Открыто, да? Вообще топ. Вообще огонь. Показываю один раз. О, еще ящик стоит. Шестеренки, бля. Показываю один раз, ребят. Все запомнили, да? Дверь закрыта, алло. Дядь, вы Я думал, открыто. Блин, надо бежать, короче, включать эти. Вот я лох. Можете прожать в чат, написать. Ха-ха-ха. Лох. Реально лох. Блин, мне придется сейчас спрыгивать сам вниз. Идти нажимать там, только хернюшку. Тут, короче, мне йока не поможет, если меня тут заметят, короче, у меня вилла. Вы со мной согласны? Я думаю, да.
Ну, короче, мне с этим лутом нет смысла идти домой, и давайте мы будем пробовать, короче, наверное, подняться еще раз по-бырому. Включить все кнопки. Ну и сделать все красиво, как бы попробую залутать 4 ящика и надеяться, что там реально будет нормальный, ну, нормальный лут. Что-то лишнее надо выкинуть, потому что реально тут лишнее. Никто не бегает, или мне показалось? Давайте Йоко возьмем все-таки в руки. 58 стрел, вы что, гоните? Я бы, конечно, переработчик сбегал, но это очень накладно. С кем-то вот вдвоем потом сбегаю. Короче, мне надо вон ту будочку. Нажать фигнюшку одну. Вот она, зелененьким загорелась. О, стульчик, прикольная тема, кстати, ребят. Вот это зелененьким загорелось. Надо еще в другой будке нажать. Чтобы она загорела зелененьким, и тогда у меня двери те откроются. Будет сим-сим, откройся. Конечно, сейчас будет очень трудно найти тот вход, потому что там будет темно, а у меня нету ни факела, ни хрена нету, короче. Я не удивлюсь, что сейчас меня тут еще и порешают. Блин, факела нету. Вот это проблема, конечно. Это, ну, как бы не сильная, но проблема. Потому что там вход такой в пещере, вон там. Там нужен факел. Ладно, погнали, может на спидах успеем залететь. О, все. Теперь бежим прямо. Бля, сейчас как отсюда выбежать, а? И налево. Все, я выбежал. Как я, красавчик, ребят? Все, я все включил, по идее, сейчас дверь должна быть открыта. Но я по крайней мере надеюсь на это, если я ничего не забыл. Так, ну что? Ну что, ребят? Сейчас знаете, какой западло? Я сейчас не попаду. Будет очень ржачно. Если я не попаду. Попал. А что не открывается дверь, алё? Я не понимаю, что не тут забагалось. Что сделать, бля? Охренеть. Просто, короче, ну, бывает такая штука, типа дверь баганая. Вот я все включил, да, и все равно она не работает, короче. Что делать? Вот тебе сервачок-то, а. Тормозишь? Почему торможу? Расскажи. Может, я что не так сделаю? Ну, не так сделал. Вроде там включил, там включил. Что не так я сделал? Блин. Чё делать? Я помню, на каком-то серве я играл, мне такая же была тема, она не открывалась, даже если эти штучки переключили. Там вертолет просто, я не хочу выбегать сейчас, мало ли под вертолет попаду. Мне сюда куда-то бежать надо, вот, на... чтобы домой добежать. Блин. Я был почти у цели. Открыть. Подождите, ну правильно, там в зеленой будке я включил, правильно наш? В туннеле я включил, там только два рычага надо включить. Блин.
Короче, ладно, ну чё, чё сделаешь? Ничего не сделаешь, наверное, надо, короче, бежать. Ну, я, в принципе, думаю... Надо быстрее бежать, когда ты нажал, ты ещё... Там, типа, таймер какой-то стоит? Там типа таймер какой-то стоит. Просто, ну, раньше такого не было, как бы, таймера. Если постоянно не были включены, то... Ну, давай попробуем еще раз. В принципе, мне терять тут нечего. А где таймер? Здесь, здесь на постоянке включен. Это значит, таймер там в туннеле, да? Давай проверим сразу эту будку. Мне терять нечего, в принципе. И проверим, короче, еще раз. Просто было у меня на серве такая же фигня одна, что она как-то... Я сидел там, у меня чувак бегал, нажимал, и она не открывалась, короче. А была такая штука, что она постоянно, целый день была открыта, и никто не нажимал. Я постоянно бегал, просто прыгал туда, она была открыта. И открыта, короче. Было и такое, короче. Ну вот, зеленым, да? Давай выключим и включим заново. Включили. Мы здесь включили, короче, бежим, ну, туда, в тоннель. Бежим, 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 бежим. Блин, у меня нету факела, ну ладно. С факелом было бы вообще изи. Просто видишь, я сейчас как бы бегу, я раньше помню, я на, ну, на контроле полз, чтобы меня не убили, короче. Полз на контроле и все равно успевал. Ну блин, может на разных серверах по-разному. Ладно, давай попробуем. Зять, она здесь включена, видишь? Она включена, видишь? Давай еще раз пробуем выключить и включить. Давай фастом бежим, бежим. Блин, с этой стороны не умею. С этой стороны камера приятнее. Видишь? А где третий рубильник? Я два юзал. А где третий рубильник? Где-то рядом стреляет по чуваку. Ну, смотри, я нажму карту. Вот здесь смотри, где вообще рубильники есть. Вот здесь где я ее занул, да? Здесь тоннели. И здесь, походу, белая, зеленая будка есть. Но я не помню, там есть рубильник или нет. Вот здесь на дороге. Я не помню, там я... Я помню, что я юзал C2. Бля, очень странно, ты чё? Блин, где этот вертолет? Мне вообще, он вообще не в тему, если честно, сейчас. Да. Ладно, давай сбегаем насчет туда, куда я думаю.
Бля, ну там вертолет. Ну ты рядышком там из-за вертолета. Крейман, хай, привет, дружище. А, не лутал. Ну я помню, что тут как бы... Не на таймере, короче, она. О, байсит вертолет. Она не на таймере. Он не сбивает его, алло. Он сейчас по мне будет шить. А чё я сюда бегу вообще? Может, прием? Не, я не пойду, короче, сюда, к вертолету. Есть еще один, походу, рубильник, но мне кажется, он к этому не относится. Просто мне скорее всего кажется, что забагована. Ну, дверь забагалась на этом серваке тоже. Ладно, давайте на ракету хотя бы съездим. Там, блин, там сундуки есть. Тоже темнеет, блядь. Кому он там бомбит, блядь? А, на ракете радиация, на ракете, походу, радиация. Ладно, давай, короче, сбегаем туда, куда я думаю. Ну, бля, ну там вертолетом, прям под вертолетом то будка. Тут зеленым горит, опять же. Бля, чё за херь? Ну, начнет по мне шарашить, 100%. Ой-ой-ой, вот это залп. Вот еще одна будка. Так я не знаю, есть здесь что-нибудь или нет. Ни хрена нету. Там еще одна будка дальше есть. Но там вертолет. Там вот реально вот дальше вот за этой башней еще одна будка. Вон она. Ой-ой-ой-ой, блядь. Это может быть мой последний заход. Вот эта будка, кстати. Вот она. Я не знаю, есть здесь рубильник или нет. Блядь, вертолет еще сейчас летает. Нет, рубильник. Чё-то он творит вообще, этот вертолет. С чего они, с берданки его сбивают? Нет, рубильник. Ты еще скажешь, что ко мне собака бежишь? Да ты, блядь, прикалываешься нах. Еще вертолет рядом. Да убей их там всех нам. Порешай их всех. Короче, побегу я опять на РТ. Так. Блин, я отвечаю, может быть вот тут будка, кстати, есть, может быть тут рубильник, но, блин, я никогда не юзал его. Здесь. Пойду на ракету залутаю ящик. Блять, мне еще танка здесь не хватало. Вот тут в эту будку попробую зайти. Блин, мне бы факел какой, либо ж фонарик.
Так. В этой будке же тоже ни хрена нету, да? Или это спуск куда-то в подвал? А, ну вот здесь я и был, в принципе, да? Блин, ну я не знаю, все включено. Короче, не работает эта чушь, походу, здесь. Не работает эта шушера здесь. Ладно, побежали домой. Попробуем добежать до дома. Так, короче, хотел залутать эти... Реально хотел залутать. Да отвалит меня собачонка. Очень хотелось залутать эти 4 ящика. Даже очень-очень хотелось. Блин, как бы сейчас домой добраться? Я не помню честно, куда я бежать-то. Худо я не в ту сторону бегу. Возле Трейнярда мне надо бежать. Дом-то находится с другой стороны. Блин, а сел скалолазание по скалам. Ребят, не забываем подписываться на каналчик. Чем больше подписок, тем больше оптимизма играть в эту игрушку. Искать всякие решения. Бежим, короче, домой сейчас. Выкидываем всю эту шушуру. В принципе, ну, говно какое-то, но все равно. Не-не, братишка, там предохранитель нигде не надо ставить. Просто, ну, это просто, скорее всего, ну, на этом сервере зависла хуйня это. Просто у меня такая же штука была. Уже было на другом сервере раньше, мы никак... Тихо. Мы никак не могли открыть эту хуйню тоже. Это же... Это животное. Такая штука бывает. А иногда она бывает просто постоянно открытая, и не надо нажимать. Ну, как бы, вот, все, ты, я пришел, там она открытая. Я пришел второй раз, она открытая. Опять она открытая. Ну, постоянно, короче, открытая. Таран-таран. Короче, шмоток набрали. Короче, вылазка на... Короче, вылазка на... На... Короче, на космо набрали шмоток галимых. Вот и вся вылазка. Есть кто дома? Вот, ладно, ребят.
Я, короче, сейчас отключусь, и мы с ребятами потом через некоторое время, если кому-то не будет спаться еще, да, перезапустимся на сервере Max 5 какой-нибудь. Потому что у нас 3 человека собралось, это сервер Max 2, и как бы хотелось бы играть по правилам, по честности. Вот, если кому-то интересно, то буквально через минут 15-20, как бы сходите, сделайте кофе, если у вас там нет каких-то крутых стримеров, которых вы там любите, конечно, посмотреть. Вот, я буду всех, мне будет приятно, если вы зайдете, я буду всех ждать, так что примерно 15-20 я запущусь здесь с ребятами уже на другом сервере. Все, ребят, до встречи, буду вас всех ждать.